Ай, хотела собаку сфотографировать. Сидела так красиво на фоне цветочков. На фоне этих цветочков. Вот. Сегодня такой чудесный день. Утро еще. Еще утро, 10 утра. День обещает быть просто замечательный. А, да, играться будем с мячиком. Нет, маме некогда. Некогда маме. Маме всегда некогда, скажи. Скажи, играться не хочешь со мной, да? Папа тут какой-то мячик мне подарил. И ты не хочешь играться со мной, да? Эзочка-то, правда? Ну, некогда, мама пол моет. Да, убирается. Хочется, чтобы все чистенько было в такой чудесный день. Ой, скоро будут тюльпанчики цвести. Как красиво. Так, еще чуть-чуть и распустятся цветочки. Еще чуть-чуть, наверное, завтра. Завтра, наверное, уже распустятся. Еду вдоль реки Лелопы. Мне здесь очень нравится. Даже сейчас, когда еще все не распустилось, все равно очень красиво. Где-нибудь остановлюсь, покажу реку. Река тоже очень красивая. В общем, катаюсь по Юрмале. Денек чудесный, правда, всего 11 градусов, но в машине очень хорошо. Солнце яркое, но воздух холодный почему-то еще. Ну ничего, скоро будет теплеть. И уже к концу апреля у нас должно быть где-то до 20 градусов тепла. Здесь очень много частного сектора. Ну, здесь и есть в основном частный сектор. Вот, такие домики красивые. Хорошее место. Здесь такие... Экология хорошая. Такой лес. Красота. Летом здесь вообще сказка. Все такое затененное, много тени. Особенно в жаркую погоду. Здесь, конечно, река рядом. И, ну, до моря здесь далековато, правда. Ну, если машина есть, это не проблема. Здесь буквально, может быть, километров 5 до моря. Вот, а так место, конечно, чудесное. Ну, и здесь и лес полный грибов, ягод, черники. Вот там уже река справа. Ну, у меня сейчас пока нет времени остановиться. Чуть-чуть попозже, когда обратно поеду. Где-нибудь припаркуюсь. Покажу красавицу реку Лелупе. Так, здесь очень хороший обзор реки с дороги. Видите, вот здесь надо будет остановиться, немного погулять. Мне очень нравится. Ой, уже листья на деревьях есть. Ну все, еще пару дней. И будет самое красивое время года. Как может меня сейчас позовут? У меня 224, там 221 вышел, хотя придется, наверное, еще ждать. Так долго ждать, не приглашают. Здесь так жарко, как крыша. Видите, какая крыша стеклянная. Очень солнце светит. Так, наконец-то какое-то движение через полчаса. Один номер прошел. Очень медленно работают. Так у нас выглядит дирекция дорожного движения в городе Юрмала. В лесу находится. Хорошо здесь. Там техосмотр проходит. Как-то, ну, неудобно снимать, но подойду, покажу. Так, вот знаете, наверное, все машины ждут въезда на техосмотр. Вот видите, заезжает машина, там открылись ворота.
566, 567. Два номера приглашают. Два въезда. Хотела остановиться, знаете, машину негде поставить. Так что не пришлось мне погулять по берегам реки Лиопе. Ну, вот видите, как здесь все ограничено. Ну или частная территория, я же не буду здесь парковаться. Вот так вот. Не погуляла. Ну, знаете, на самом деле холодный очень... Ой, здесь сколько цветов, какие-то цветочки белые. Очень холодный ветер, да, как-то некомфортно. Поэтому ладно, в следующий раз поеду лучше сейчас. Какие-нибудь другие красивые места покажу вам. Города Юрмалы. Залюела, зеленая, да, улица. Действительно, здесь очень хорошо. Совсем похолодало, плюс 10 всего. Было теплее, плюс 13. Видите, плюс 10 всего. Холодно, но солнечно. Так, а теперь надо заехать в Fix Price. Давно не была, может быть, там что-то новенькое. Так, это для сада. Заборчики делать, да? Зайду в Fix Price. Fix Price, вау, Fix Price. Новый товар привезли. Развешивают. Так, что здесь нового? Что такое красивое? Indian folklore. Смотрите, что-то из Индии. Что-то из Индии. Handmade. А, это палочки. Палочки. €99. Угу. Это Беларусь, детка. Лен, гидрогелевые патчи. 60 штук. Цена 5,99. Мне понравилось. Это Беларусь, детка. Чистая линия. Так, а сколько же стоят эти мечи? Мои эльзочки. А нет, эльзочки можно, да? Вот так вот зубами взять. Можно. Представляете, они по 5 евро всего. Но у него сейчас пока есть мяч. Но это же ненадолго. А, кстати, у Ользочки день рождения было. Я забыла. У него уже 17 апреля. Вчера было день рождения. Да ей мяч подарить, что ли? Красивый, правда? Смотрите, сколько конфет. €49. А, это кажется, что их много. На самом деле они легкие. Здесь всего 200 граммов. Евро. Но все равно это нормальная цена. Конфеты. Ну, я конфеты, слава богу, не употребляю. Что здесь еще? Адукс. Кофейный тортик. €2,49. Вот это что? Это мармеладик. Книжки хорошие детские. Что такое деньги? Посмотрите, какая книжка. Давайте знакомиться. Прекрасная книга. У меня таких не было в детстве. Животные. Путешествие начинается. Увлекательная физика. Хорошие книги. Это раз украшки. €3,99. Тоже хорошие. Ну, вот здесь еще есть книги для детей. Раз украшки и все остальное. А сколько кепочек летних появилось? €4,99. Знают. Детские, наверное. Вот они здесь
Очень много различных ящиков для хранения. Вот эти симпатичные, тоже 4,99 всего. Это для хранения инструментов ящики. Вот такие маленькие тоже. Какая-то паста для чистки рук. Так, ну тут уже все инструменты различные. Мука, видимо, украинская, хлебодар. 2 евро, 2 килограмма. И масло 2,49, подсолнечное. Так, здесь ничего нового нет. Нет, здесь я ничего не вижу нового. Очень много конфет, 330 граммов, 2 евро. Килограмм 6 евро получается. Здесь вот такие простые карамельки за 3,30. Как они называются? Куся. Кто производитель, непонятное. Я присматриваюсь. А, Украина, конечно же. Украина. Желе. Шоколадные пастилы. Тоже Украина. Краков, Польша. Угу. Очень много конфет. Здесь вы найдете то, что больше нигде не найдете. Здесь тут уже 3,99. Это польская. Да, это польская. 330. Так, печенье тоже различное. В шоколаде. С шоколадом. 75. 100 граммов, да? Вот это непонятно тоже, чье производство. Butter biscuits. Вот такое еще. Так, здесь. Это уже 50 стоит. Было 24. Мороженое Земля Кофикс Прайс стоит всего 50 центов. В настоящей шоколадной глазури. Правда, здесь 110 миллилитров всего. 60 граммов. Но мороженое вкусное, я люблю такие шоколадной глазури. Причем это пломбир. Очень вкусное мороженое. Всем советую. Я вообще-то с мороженое тоже давно уже не ем, но здесь малое, я решила взять. Взяла печенье монетки. Но мне кажется, что они такими выглядят хорошего качества. Это харьковская бисквитная фабрика, Украина. Да? Да. Даже сейчас прямо хочется попробовать монетки. И знаете, они дешевые. 3 килограмм, 3, ну, 3 с чем-то. Это очень дешево. Сейчас у нас латвийские товары, таких цен вообще нет. Даже 400 граммов. Или они дороже стоили? Они стоили. Еще парфюмерная бутылочка, подвеска в автомобиль. Клубничка. Тоже разные были. Всего 2 евро. Хочется летних запахов.